Топ-менеджеры и бизнесмены завершили обучение по президентским программам MBA. Для обучения по ним слушатели прошли непростой отбор Министерства экономического развития Челябинской области. Во-первых, это должны быть руководители предприятий или собственники, у которых подчинение не менее 3 человек. Это менеджер может быть и крупных предприятий, и среднего звена крупных предприятий, либо это собственники малого и среднего бизнеса, руководители. Это возраст должен быть до 40 лет. И опыт управленческой работы 3 года. Ну, там есть и пройти надо собеседование по профессиональное, по экономике, по языку. Торжественное вручение дипломов состоялось в Сигме. Выпускников напутствовали заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев и проректор по учебной работе ЮРГУ Андрей Шмидт. Наша страна богата своими ресурсами. 2% населения владеет 30% запасов мировых различных богатств. Я так понимаю, единственное, чего нам не хватает для успеха, это качественного управления. Поэтому вся надежда на вас. Дипломы вручили выпускникам президентской программы по направлениям стратегический менеджмент и управление проектами на предприятии. Многие из них уже применили новые знания на своих рабочих местах. Те знания, которые даются на президентской программе, это нужные и важные, это, так скажем, скелет, возле которого, как бы вокруг которого уже создается любой бизнес. Это такие универсальные знания, которые, то есть чего-то я не знала, ну, большую часть знаний, конечно же, я получила здесь. Некоторые из дипломных проектов уже получили финансирование от государства, а нескольким выпускникам вместе с дипломами вручили благодарности за лучшую защиту своих проектов.